Здравствуйте, это итоговый выпуск программы «День с толком». Меня зовут Ирина Корчагина. Я и мои коллеги расскажем о самых ярких событиях этой недели. Ну и начнем с сильной метели, которая обрушилась на Алтайский край. Так, например, в Барнауле во время урагана крыша упала на машину с девушкой внутри. Момент обрушения попал на видео и облетел все социальные сети. Напомним, ЧП произошло 14 февраля в индустриальном районе города. Иномарка стояла около дома на улице Власихинская, 133. На кадрах видно, что девушка открывает дверь и садится в машину. В эту же секунду раздается громкий треск, а затем сорванная ветром крыша обрушивается на автомобиль. Женщина чудом не пострадала, она выскочила из салона и убежала. Позже в социальных сетях она отписалась, что с ней все хорошо и на ней нет ни единой царапины. В Барнауле и в районах края после этого урагана начали устранять последствия. Отключение электричества, светофоров, проблемы на дорогах. Дарья Ерошина расскажет подробнее. Такие фото могли бы стать рекламой нового триллера. И это не туман, а мелкий снег и северный ветер с порывами до 24 метров в секунду. Такая погода в Алтайский край пришла на смену короткому потеплению. Примерно сутки жители спасались от потопа. Такая картина в ветхих домах Барнаула. Люди спасаются тазиками и кастрюлями. Вода просочилась и в подъезды, а во дворах образовались целые водоемы. Похожая ситуация в поселке Южный, в подъезде водопады. В Заринске из-за воды в электрощитах в некоторых домах люди остались без света. Вот так вот электрический щиток Союза Республик 22. Вода бежит прямо на пакетники. Потом снова грянул мороз и ветер. Ситуация на дорогах ухудшилась вместе с погодой. Пробки, заносы и низкая видимость. Накануне от Алтайского ЦГМС было получено предупреждение об ухудшении погодных условий, сильном ветре и осадках. Меры для стабилизации обстановки приняты заблаговременно. По крайне опасных участках организована работа оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов. Выставлены посты ГИБДД. В случае необходимости подготовлены пункты обогрева. МЧС предупреждает, что поездки на дальние расстояния в такую погоду могут быть опасными. Так, например, на трассе Барнаул-Бийск сдуло в кювет «Газель». Обошлось без пострадавших. И даже в некоторых населенных пунктах края жителям советуют не покидать дома. Так и в Горняке. Выйти мы не можем. Вот таким сугробом. Мы завалены. После метели в 7 пригородных поселках Барнаула восстановили электричество. А вот крышу здания на Власихинской, 133, восстановят не скоро, как и эти машины. Кровлю с многоэтажки накануне сорвало ветром. По последним данным от МЧС, метель закончится уже 15 февраля. 16-17 числа Краевой гидрометцентр прогнозирует аномальные морозы, местами до 38 градусов. Холода продержатся почти всю следующую неделю на отметке до минус 30. Зато ветер стихнет. А с 23 февраля потеплеет до 14-20 градусов мороза ночью и пройдут снегопады. Дарья Ерошина, Дмитрий Денисов. День с толком. Погода жестокая и к животным. В Бийске неравнодушные горожане спасли вмерзшую в лед кошку. Теперь у нее нет одной лапки, зато живая. Именно лапы и живот зверька примерзли к земле, и чтобы спасти беднягу, пришлось обливать кошку водой. К сожалению, одной из конечностей пришлось ампутировать из-за обморожения. Уже сейчас кошка адаптируется к новой жизни и находится в Бийском обществе защиты животных, где ее уже стерилизовали и поставили нужные прививки. Волонтеры поблагодарили горожан за финансовую поддержку и отметили, что уже начинают искать ей новых хозяев. Волонтеры Бийского общества защиты животных сейчас собирают деньги на лечение другого хвостатого, который также вмерз в снег и пролежал так несколько дней. Собака не может встать, не реагирует на прохожих и даже покрылась ледяной коркой. Четвероногому требуется срочная помощь, чтобы выжить. И к другим темам. В Барнауле резко увеличилось число сообщений о ложном минировании. Так, буквально на этой неделе в барнаульские школы и детские сады приходили анонимные угрозы о якобы готовящихся терактах. Позже стало известно, что данные сообщения фейк. Подобные угрозы появились и в других регионах. Тем не менее, в школах краевой столицы усилили меры безопасности. По данным полиции, только за прошлый год учреждения Барнаула получили 157 сообщений о ложном минировании. Это на треть больше, чем годом ранее. Сообщения о заложенной взрывчатке в течение всего 2023 года получали органы власти, учреждения здравоохранения и образования.
И к другой, не менее важной теме прошедшей недели. В Алтайском крае начнется реализация проекта «Информ.УИК». Это адресное информирование жителей о приближающихся выборах президента. Людям не только напоминают о важности голосования, но и рассказывают о форматах, с помощью которого можно отдать свой голос. Так, воспользоваться дистанционным электронным голосованием готовы уже 140 тысяч жителей региона. Подробнее в сюжете. 141 тысяча жителей края уже подали заявку на дистанционное электронное голосование. Алтай входит в 29 регионов, где на выборах президента России будет доступен такой формат. Впервые жители его опробовали на сентябрьских выборах губернатора. Тогда ДЭГом воспользовалась пятая часть проголосовавших. Желающих отдать свой голос дистанционно в марте уже больше. 3954 заявления обработано и поддержано, да, удовлетворено в режиме портала госуслуг в отношении желания проголосовать по избирательному участку по месту нахождения. Напомню, что с 29 января такая опция открыта. До 11 марта, соответственно, через портал госуслуг. И мы видим, насколько активно уже вот в цифровом режиме она реализуется. Чтобы никто не забыл о грядущих масштабных выборах, 17 февраля в крае стартует поквартирный обход избирателей. Так реализуется проект «Информ.УИК», цель которого – проинформировать о голосовании, доступных форматах, а также помочь выбрать удобный способ. Не так часто за последнее время наши избиратели встречались вот с таким массовым, да, адресным информированием. И на сегодняшний день, к сожалению, не всегда мы рады, может быть, не всегда готовы открывать дверь любому, да, кто постучится в нашу дверь. Их свыше 6068 человек. Практически 43% от общего состава членов участковых избирательных комиссий принимают участие в организации работы «Информ.УИК». Благодаря нашей с вами совместной работе хотим познакомить жителей Алтайского края заранее с этим проектом. Узнать обходчика можно будет по удостоверению и нагрудному знаку. «Информ.УИК» продлится до 7 марта. На сегодняшний день известен формат голосования еще сотни жителей сел, где нет транспортного сообщения. Кедровки Ельцовского района, Тигрека, Краснощековского и Усть-Черыша Усть-Пристанского района. Их население проголосует досрочно. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком. На этой неделе Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия регионов в борьбе против так называемых наливаек. Ограничения вступят в силу уже 1 апреля. Напомним, проект позволит субъектам РФ самостоятельно вводить ограничения на продажу алкоголя в местах общепита, в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Кроме того, региональные власти смогут регулировать часы торговли пивом, сидром, пуаре и медовухой в этих точках. Временные рамки не коснутся только ресторанов. Напомним, в Алтайском Заксобрании еще в январе были готовы рассмотреть закон о продлении продажи алкоголя с 9 до 11 вечера, чтобы увеличить прибыль магазинов и сократить контрафакт. Однако общественность не одобрила идею, поэтому депутаты решили отложить этот вопрос до принятия федерального закона. Кстати, с 1 апреля в России вырастет минимальная стоимость сигарет. Соответствующие листовки уже появились в барнаульских магазинах. Нижний порог ценника совсем скоро составит 129 рублей. Сейчас он на 10 рублей меньше. Казалось бы, повышение небольшое, но, по мнению экспертов, даже такие меры могут повлиять на число курильщиков. Почему? Смотрите в материале Анастасии Драган. Неприятное объявление для курильщиков. Через полтора месяца минимальный ценник на сигареты составит 129 рублей, на 10 больше, чем сейчас. Подорожание затронет значительную часть населения края. На Алтае курит больше трети жителей. По данным медиков, 27% мужчин и 8% женщин. А среди беременных этот показатель до 14%. Вообще уровень женского употребления табачной продукции все больше ужасает врачей. Прогнозируем и уже видим увеличение рака легких среди женщин. И он начинает по частоте выявления с рака молочной железы. Традиционно рак молочной железы у женщин – это ведущая патология среди злокачественных новообразований. Список сопутствующих табакокурению заболеваний немал. Риск инфаркта у курильщиков больше в 5 раз, инсульта в 3 раза. У курильщика, больного диабетом, быстрее поражаются сосуды в течение 3-5 лет.
Мы еще 10 лет назад вносили законопроект, который бы запретил продажу табака и алкоголя в местах, где располагается расчетно-кассовая техника. По первому решение было принято. Сигарет теперь нет в открытом доступе. По второму все пока по-прежнему. В целом надо понимать, что курение – это уничтожение здоровья за свои же деньги. Плюс и удар по самочувствию окружающих. С курением табака в России борются с 2013 года. Тогда заработал закон, ограничивший курение в кафе, транспорте, вокзалах. С 2021 в стране рассчитывают единую стартовую цену на сигареты. Сейчас ее очередное повышение. У медиков нет иллюзий, что разница в 10 рублей остановит заядлых любителей. Но надеются, что хотя бы те же школьники не найдут лишние 129 рублей на пачку сигарет. Это позволит тем, кто еще не закурил, особенно молодому поколению, дебют употребления табачных изделий, как правило, происходит в старших классах. Мы рассчитываем на то, что, конечно, молодежь формирует у себя уже такую мысль и стиль поведения о том, что курить не модно. Помогает бороться с курением и тренд на ЗОЖ. Людей, которые занимаются спортом, следят за питанием, проходят обследование, становится все больше. Осталось сделать немодным вейпинг. Не менее опасное, по мнению врачей, средство курения. Анастасия Драган, Андрей Печоркин. День с толком. Более 750 миллионов рублей из городского бюджета потратят на перевозку пассажиров в Барнауле. Больше половины пойдет на работу электротранспорта, остальное на трамваи и троллейбусы. Такие перспективы развития транспорта обсудили на этой неделе в Барнаульской городской думе. Так, перевозчики планируют приобрести 17 автобусов разной вместимости. А в планах у города создать автобусное предприятие на базе Горэлектротранса для смешанной системы работы муниципального и частного транспорта. Общественный транспорт явно пользуется спросом у барнаульцев. Так, за прошлый год электронная система оплаты и учета проезда зарегистрировала более 80 миллионов поездок. Сегодня в Барнауле функционируют 79 пассажирских маршрутов, из них 68 – автобусные маршруты и 11 – маршруты электротранспорта. Жильцов треснувшего дома в центре Барнаула не устроили предложенные компенсации. Напомним, в январе этого года из двухэтажки на Партизанской 70Б экстренно вывели людей. Из-за серьезных трещин на доме ввели режим повышенной готовности. Причина появления трещин – строительство высотки по соседству. Следователи организовали проверку по данному факту, а специализированная комиссия провела оценку имущества. Однако на этой неделе стало известно, что собственникам двухкомнатных квартир предложили 120 тысяч за квадратный метр. Владельцам трехкомнатной квартиры – 103 тысячи. Бывших жильцов аварийного дома категорически не устроила сумма компенсаций. В частности, они отметили тот факт, что при оценке комиссия не учла стоимость земли и общедомового имущества. Собственники квартир добавили, что предложенных денег им едва хватит на покупку квартиры в Хрущевке. Сейчас жильцы ждут другого предложения. Надеются на компенсацию в 160 тысяч рублей за квадратный метр. Нелегалам приходится отказывать. Спустя неделю после открытия нового здания 14-й поликлиники в Барнауле резко возросло число желающих там обслуживаться. Речь идет о пациентах из других районов города. Почему такие люди получают 100% отказ? И какие документы требуются, чтобы стать пациентом этой поликлиники, расскажет Татьяна Голубева. Сегодня уже с утра, наверное, человек 20 подходили, чтобы прикрепиться к нашей поликлинике. Те, которые прописаны к нам и которые не прописаны, хотят прикрепляться. После открытия нового здания поток желающих обслуживаться именно в 14-й вырос. Поликлиника новая, просторная, с самой современной аппаратурой. Но дать добро всем здесь не то чтобы не хотят, не могут. Поэтому почти 500 человек, желающих прикрепиться, уже получили отказ. Причем отказ этот правомерный. И даже суд, а такие прецеденты в стране были, вряд ли поможет. Подобное обращение гражданина дошло до Конституционного суда. Конституционный суд принял сторону медицинского учреждения, так как в данном случае прикрепление, сверхприкрепление приводит к нарушению прав уже застрахованных граждан, которые прикреплены к учреждению. То есть нарушаются их права в плане доступной медицинской помощи. Нарушается в том числе и качество оказания медицинской помощи. Примешь всех желающих своих, некогда будет обслуживать, говорит главный врач. Так что основной документ, который дает право стать пациентом 14-й – прописка. Официально арендующим жилье тоже вряд ли откажут.
Мы написали заявление, так как я с другого города, будут рассматривать то, что здесь обязательно нужна прописка. Я предоставила всю информацию, и в течение 4 дней мне на электронную почту придет информация о том, что меня либо припишут, либо нет. Даже если штат медработников будет укомплектован полностью, ситуация вряд ли поменяется. Людей из других районов приписывать в поликлинику не планируют. Ведь только за последние 3 года население, которое обслуживает 14-е, выросло на 20 тысяч. Сейчас задача руководства – помочь людям ориентироваться в огромном 5-этажном здании, решить хозяйственные проблемы, в том числе с уборкой территории, обеспечением кабинетов теми же оконными жалюзи, ну а главное – через пару месяцев устранить очереди, которые все еще существуют. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком. На днях редакция нашего телеканала взяла интервью у отстраненного главреда Каменских известий Алексея Уфимцева. Ранее мужчине вынесли обвинительный приговор по уголовному делу – присвоение или растрата, совершенные в крупном размере с использованием своего служебного положения. Однако история обрела новый поворот. Апелляция отменила этот обвинительный приговор. Подробнее смотрите в сюжете Данила Кузнецова. Алтайский краевой суд отменил обвинительный приговор бывшему главному редактору «Каменских известий» Алексею Уфимцеву. Ранее Каменский городской суд приговорил журналиста к 3,5 годам принудительных работ по статье о присвоении и растрате крупной суммы денег с использованием служебного положения. О приговоре стало известно осенью 2022-го, когда в редакции прошли обыски, а самого журналиста сняли с должности главного редактора. Алексей и его коллеги считают, что это дело мотивировано критическими публикациями, в особенности про детский буллинг в «Камне на Оби». Ну, нельзя натянуть сову на глобус. Кстати, эту фразу я использовал в последнем своем слове и в прениях. И, как говорил Козьма Прутков, ну, впихнуть невпихуемое ну никак нельзя, поскольку ну нет фактов и нет доказательств. Однако в «Камне на Оби» ему все же вынесли обвинительный приговор. А в ноябре прошлого года Уфимцев подал жалобу в краевой суд, где с заключением коллег из района судьи не согласились. Трактовка «неправильное применение уголовного закона», она в принципе говорит сама за себя. То есть апелляционный суд отменил сам приговор по этой трактовке, что случается крайне редко, то есть он не уменьшили санкции, не переквалифицировали во что-то другое. Теперь дело вернули обратно в городской суд «Камня на Оби». Рассматривать его будет новая комиссия. Тем временем, по словам Алексея, неофициально он остается главным редактором «Каменских известий». За один неполный год управления под руководством новой команды эффективных журналистов и менеджеров, пришедших к нам на смену, редакция сработала в убыток. Была потеряна полностью торговая сеть, которую мы выстраивали и выкупали у Роспечати. По сути, ушли все районные газеты, которые печатались в нашей типографии. Большая часть старой команды ушла после изначального приговора в знак солидарности. Журналисты основали собственный интернет-портал «Каменские новости». Сейчас проект входит в топ-13 СМИ региона по цитируемости по итогам 2023 года. А что касается дела против Алексея Уфимцева, мужчина не исключает, что обвинение еще захочет взять реванш. А значит, ставить точку в этом деле пока рано. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. Жители частного сектора в Яровом в сильный мороз сутки оставались без воды, а главное – отопление. Причина – порыв на одной из городских теплосетей. По словам людей, они обращались в службу экстренной помощи 112, звонили коммунальщикам, но помощи так и не дождались и были вынуждены собственными силами устранять порыв. Яровчане рассказывают, что порыв трубы случился накануне 15 февраля. Без воды и отопления остались 9 частных домов, в которых в общей сложности проживает порядка 40 человек, в том числе пожилые люди и маленькие дети. После ЧП жители сразу начали обращаться к коммунальщикам, которые предложили им написать заявление на выдачу тепловых пушек и дожидаться устранения порыва. Но затянулось это на долгие часы, говорят люди. И чтобы не допустить замерзания системы отопления, жители собственными силами начали устранять коммунальную аварию. Мой отец вышел, там теплотрассу, вот это все он раскрывал, железо убирал, там разморозились краны все. Хорошо, у нас как бы он сварщик, он сам этот кран переваривал, потому что ждать, когда вообще это все, они придут к нам или нет, потому что не было никого. Потому что, ну, это могло и сутки, может быть, и к вечеру бы они только к нам появились, пришли. И получается, отец сам все это устранял.
По словам людей, тепло в итоге вернулось в дома. И когда они об этом сообщили коммунальщикам, те их поблагодарили за проделанную работу. Радостная новость этой недели. Положительная динамика наблюдается у 10-летнего мальчика из Михайловского района, который в середине января отправился на лечение в Москву. Всего за три с небольшим недели у Тимофея Карнаушенко такой прогресс, что есть все шансы восстановить парня. Как дела у маленького пациента, за судьбой которого следит вся страна, смотрите в сюжете Елены Макаренко. Радость мамина, судороги мучают моего сладенького. За судьбой Тимофея из Михайловского района вот уже как полгода следит вся страна. В сентябре после падения с велосипеда мальчик получил серьезную травму головы. Образовалась огромная гематома. Чтобы облегчить страдания Тимофея, его вводили даже в медикаментозный сон. Несколько месяцев подряд мама мальчика добивалась госпитализации в федеральный центр. С трудом, но это событие случилось и стало поворотным. Самое главное улучшение в состоянии здоровья Тимофея – это то, что ушли судороги. Судороги, от которых он испытывал бесконечные боли, от которых он плакал, от которых он страдал. И, скорее всего, от которых он не мог прийти полностью в сознание, которые ему мешали. Мешали восстанавливаться. Вот сейчас их у нас нет. Ушли судороги, и параллельно с лечением началась реабилитация. За три с небольшим недели Тимофей прибавил 3 килограмма в весе. С каждым днем все больше может находиться в вертикализаторе. Но главное, взгляд стал осознанным, на лице появилась улыбка. Тебе какой больше нравится цвет? Красный или синий? Синий? Отлично, смотри. Я беру платочек и его засовываю в кулачок. Засовываю. Подуй. Сегодня мальчик даже пытается произносить буквы, пока получается слабо. Но общая динамика состояния парня позволяет врачам давать положительный прогноз. Он теперь может ответить на тот вопрос, какое у него настроение. Он показывает лайк вот так. Путь к полному восстановлению не безнадежный, но точно будет долгий. Тимофею потребуется несколько курсов реабилитации. А на это нужны средства. В прошлом году у Олеси умер муж, и теперь женщина тянет одна двоих детей. Любая посильная помощь для нашего земляка не будет лишней. Елена Макаренко, «День с толком». Нашествие китайцев, космические цены и запрет на серый импорт. Российский авторынок уже не первый год не может выйти из зоны турбулентности. Едва ли не с каждым днем его лихорадит с новой силой. Цены на машины растут с космической скоростью. При этом выбор у россиян невелик. Либо садиться за руль отечественного, либо за руль китайского автомобиля. Автоэксперты на дискуссионной площадке «Время трендов», организованной сибирской медиагруппой, рассказали, почему цены на автомобили уже несколько лет не могут притормозить и почему государство хочет ограничить лазейки параллельного импорта. Цены на автомобили последние несколько лет растут с рекордной скоростью. Стоимость новой отечественной машины может достигать 3 миллионов рублей. Импорта китайского бренда – 5 миллионов. Прайс неприлично завышен и уже сравнялся с ценами на квартиры в Барнауле. Объем продаж упал. Многие водители присматриваются к подержанным авто. Но и там цифры зашкаливают. Так еще несколько лет назад 5-летнего Дастера можно было приобрести за 600 тысяч рублей. Сегодня же цена выросла в 2, а то и в 3 раза. Так, на одной из популярных платформ по продаже машин цена даже не 5-летнего, а 7-летнего кроссовера превышает 1,5 миллиона рублей. Автоэксперты на встрече «Время трендов», организованной сибирской медиагруппой, подтверждают, на авторынке царит хаос и бардак. Наблюдается некий такой хаос, я бы его так сказал. Даже в нашей любимой вторичке, все видят, да, куда уже цены улетели, там, вообще невероятные какие-то цифры, там, вторичка стоит, да, там, обычная наша привычная машина, которая там стоила всю жизнь, там, 900 тысяч, там, мы ее могли себе позволить купить, она почему-то сейчас уже 1,5 стоит, вот, ну, в общем, вот такая вот эта вот картина непонятная. Непростая картина и на рынке авто с пробегом, непонятная и с новыми авто. Европейские, американские, японские бренды ушли из России из-за санкций, зашли китайские и захватили половину отечественного рынка. Если сравнивать именно отечественный автопром и китайский,
Я все-таки бы лично на свое усмотрение бы отдал, наверное, предпочтение китайскому. Наши отечественные автомобили, они все по сей момент построены на технологиях 80-х годов. То есть с тех пор ничего принципиально, скажем так, конструктивно не менялось, да, ну, кроме там электроники какой-то, да, то, я думаю, проигрывают, ну, на две головы. Только в прошлом году китайцы продали россиянам больше 500 тысяч машин. В этом планируют выйти на показатель в 1 200 000. Планы грандиозные и, видимо, обоснованные. Китайскому автопрому, в отличие от российского, есть что предложить автолюбителям. Перед вами машина китайского производства и отечественного. Плюсы есть и у той, и у той. Что касается российской машины, то у нее привлекательна прежде всего цена. Если вдруг что-то выйдет из строя, то проблем с ремонтом не возникнет. Запчасти имеются. Из плюсов, пожалуй, все. Что касается машины китайского производства, то она существенно дороже, но наиболее технологична. У нее есть круиз-контроль, система мониторинга слепых зон, распознавание дорожных знаков и множество другой навигации. Начинки. Купить иномарку, в том числе «Ласточку» из Поднебесной, можно двумя способами. Через дилера по более высокой цене и по параллельному импорту по более низкой. Появляется лазейка ввоза под красивым названием «Параллельный импорт», который я бы сейчас назвала просто неофициальный серый ввоз. Государство приоткрыло занавес, и все, кто у нас занимался, пек булочки, занимался производством, штопал штанишки и занимался прочим бизнесом, внезапно стали бизнесменами и потащили серым импортом автомобили. Разными способами, не желая платить налоги, сборы и прочие ввозные санкции, которые существуют. При этом каждый продавец авто пользуется дорогами общего пользования, социальными объектами, тем, что появляется и поддерживается за счет налогов. По статистике, электрички и гибриды в Алтайском крае встали на учет только в январе порядка 50 автомобилей. Неофициально везенные. Это достаточно приличная цифра для Алтайского края. И я вам скажу так, что эти автомобили на сегодняшний день единицы, кто может обслуживать и привозить запчасти. Когда начнут происходить аварийные случаи, поломки, все вот эти многочисленные продавцы будут улыбаться и уходить в тень. Продавцы, в свою очередь, предупреждают об отсутствии гарантий на машины, привезенные по параллельному импорту. Но для покупателей это не аргумент. Когда человек покупает машину, ну, который хочет купить автомобиль на рынке, да, допустим, даже в Барнауле, он прежде всего хочет сэкономить. Он говорит, я все, не вопрос, хорошо, это там, я разберусь. И ломается такая машина, вот правильно сейчас вы сказали, и человек начинает бегать. То есть там не принимают и так далее. Но 1 апреля серый ВОЗ уедет в закат. По поручению премьер-министра России Михаила Мишустина меняются правила ввоза автомобилей по параллельному импорту. Завозить авто сейчас намного дешевле через страны Евразийского экономического союза, а не напрямую. Получается, что деньги идут мимо российского бюджета. Предполагается, что с 1 апреля при ввозе автомобиля в Россию будет доначисляться разница в размере таможенного сбора. А это значит, что ввозить и продавать машины по меньшей стоимости уже не получится. Это попытка защитить рынок, сформировать вот этот самый цивилизованный рынок, чтобы машины продавались через дилеров. Но мы живем в России, где наличие жестких законов подразумевает необязательное их исполнение. Как везли серяк, будут везти. Если лазейку, параллельный импорт все же закроют, автолюбители затянут пояса, и автопродажи еще сильнее упадут. Уже сейчас люди отказываются покупать машины в автосалонах по цене однокомнатной квартиры. И вряд ли скидки и акции сыграют ключевую роль в ситуации, когда у людей на счету каждый рубль. На этой неделе в Алтайском крае возобновились стабильные прямые международные рейсы. В середине недели из аэропорта Барнаула вылетел самолет на Пхукет. Во время и после пандемии туроператоры предпринимали попытку наладить авиасообщение, однако из-за низкого спроса борт отменяли. Теперь ситуация иная, мест практически нет даже на следующий рейс. Отправлял первых туристов в Таиланд и наш корреспондент Данил Кузнецов. Минувшая ночь стала для барнаульского аэропорта знаменательной. Впервые после пандемии на табло отправления появился международный рейс на Пхукет. Для многих это настоящий праздник. Улетающих в Таиланд встречают с пирожными и шарами. Вылеты в жаркую страну решили возобновить из-за большой популярности направления. Многие жители края улетали в Таиланд из Новосибирска.
Для сибирских туристов, для нашего туриста, в том числе и алтайского, да, Таиланд, наверное, наряду с Вьетнамом является таким базовым ключевым направлением, зачастую, возможно, даже более популярным, чем Турция. Поэтому, конечно, это номер один направление по объему перевозки и спросу у туристов непосредственно. По задумкам туроператоров, первый прямой самолет за границу должен был отправиться в апреле. Однако подходящий борт нашелся раньше. Планируется, что летать он будет до октября этого года, один раз в 12 дней. Стоимость тура в Таиланд на двоих стартует от 150 тысяч рублей. Ну, в том году, в принципе, цены были меньше, в этом году мы не летали еще. В октябре с Казахстана было гораздо дешевле. Ну, я думаю, что-то на то и выходит с Новосибирска, потому что все равно бензин или там автобус, или еще как-то. Из Барнаула очень удобно. Главное, чтобы туристы не вывозили запрещенные вещи из Таиланда, например, необработанные ракушки или песок, потому что все это принадлежит королю. Попасть в неловкую ситуацию можно и по приезде в Россию, прихватив с собой кораллы или даже животных. Зачастую туристы, приезжая из азиатских стран, привозят алкоголь с превышением нормы, а также под видом сувенирной продукции различные виды холодного оружия, такие как кастеты и сюрикены. По словам специалистов, сейчас люди активно скупают путевки на весну и лето. Если спрос не спадет, то до октября в Таиланд из барнаульского аэропорта отправится более 5000 туристов. При первой возможности туроператоры планируют сделать и другие международные направления. Данил Кузнецов, «День с толком». И специально для тех, кто в ближайшее время никуда не собирается. Наша съемочная группа решила узнать, о каком путешествии мечтают жители города. От Таиланда бы тоже не отказалась. Сейчас, конечно, хочется в жаркие страны. А так в Норвегию было бы очень интересно тоже посмотреть. А что там в Норвегии? Ну, мне кажется, там какая-то природа очень фантастическая. Как ни странно, Юго-Восточная Азия для меня абсолютно терра инкогнита. Вот до сих пор. Часто куда-нибудь летаете? При любой удобной возможности путешествия это самое прекрасное. Я мечтаю полететь в Австралию. А что там интересного? Ну, там снимали фильм «Властелин колец», и мечтаю побывать на местах съемки. Летаю не сильно часто, но в последнее время очень часто задержки рейсов. Вот мы и уральскими летали, задерживались сильно. И даже S7, который раньше как бы себя так хорошо позиционировали. В Париж бы хотела. Я, наверное, в Питер. Ну, вот есть такая у меня заветная мечта. Не знаю, куда-нибудь за полярный круг. В Грецию, наверное. А почему? Не знаю, просто так пришло в Грецию, и все. В Дубай, наверное. Мне нравится Норвегия. Интересно. А чем она вам нравится? Мне нравится природа Норвегии. Ее фьорды, речки, озера. Озера. Как вы думаете вообще, насколько удобно сейчас устроено авиасообщение из Барнаула в другие страны, в другие места? Я, поскольку в Барнаул перебрался не так давно из Москвы, то, понимаете, у меня немножко предвзятая точка зрения. Чудовищно неудобный. Слава богу, что хоть что-то улучшается, да. Вот появился Таиланд, и это прекрасно. Если бы Вьетнам еще добавился... Что ж, такой мы запомним эту неделю. Я напоминаю, что телефон нашей редакции 205-545. Звоните и рассказывайте о том, что вас волнует. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи на следующей неделе и хороших вам выходных.